курортном городе для этого есть все условия, считает губернатор Вениамин Кондратьев. Современная инфраструктура и теплый климат привлекают в олимпийскую столицу молодых специалистов. Таким образом, есть реальная возможность собрать в одном месте экспертов, разработчиков и инвесторов. Этому в первую очередь будет способствовать развитие центра «Сириус», на базе которого в скором времени появится университет. Именно об этом говорил президент на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех» 1 сентября. Под руководством ученых здесь будут развиваться научные центры и высокотехнологичные лаборатории. И первым цифровым гигантом, зашедшим в Сочи, уже стала компания «Яндекс», открывшая свой новый офис на базе «Сириуса». Власти региона уверены, появление в Сочи офиса одной из крупнейших IT-компаний в стране сделает город центром притяжения для высококлассных специалистов.